Сегодня у нас защита дипломов программы «Игровая графика». Впервые, кстати, в этом году мы пригласили представителей индустрии с точки зрения тех, кто берет на работу. То есть это хантеры, это HR. Они сегодня сидят в свободном доступе, их заранее проанонсировали. Сегодня у нас представители студии TGF. У нас также присутствует Game Insight. С нами Mail.ru. Так что самые сливки сегодня на защите игровой графики, да. Я не испытывала таких волнений очень давно и думала, что это осталось со времен, не знаю, выпуска из школы, написания контрольных в 5 классе. Я рассказывала презентацию, и у меня дико тряслась нога. То есть я стояла и пыталась угомонить свое тело, но оно предательски меня предавало, потому что эмоции били через край. Это была большая работа для нас всех, это была очень важная работа для нас всех. Мы прям горды тем, что мы сделали. Нам нравится весь результат, который получился. Мы просто любим наш диплом. У меня высшее экономическое образование. Я закончил РУ имени Плеханова. По специальности я экономист-международник. Я пришел, не умел абсолютно ничего, я знал максимум о существовании одного, там, двух игровых движков, как открыть Photoshop и как его сразу же закрыть. В конце 3-го из 4 семестров я уже устроился на работу в Rocket Jump, где и работаю по настоящее время. В Scream School, когда ты занимаешься, ты заинтересован в первую очередь ты сам. И тут, наверное, проблема первого образования у многих, то, что они не сильно в этом заинтересованы, поэтому такая вот разница, когда люди идут уже туда, куда им нравится. Да, я всем доволен. Большое спасибо Scream School за то, что помогли кардинально изменить свою жизнь. Я считаю, что студенты — это уже готовый материал для работы в индустрии. Они уже знают все пайплайны, все подходы, и в целом просто бери и ставь этого человека в продакшн. Так получается, что у нас очень много народу уже куда-то устраивается в конце там, 2-го курса. У них у всех всегда все в порядке с работой, и народ даже выстраивается в очередь для того, чтобы там, тех, кто остался на дипломе, расхватать. Я левел-дизайнер на проекте, у нас шутер на Unreal, проект City Battle, и я там основной, единственный левел-дизайнер. Эта работа нашла меня благодаря Scream School. У меня преподаватель, его позвали, а он посоветовал лучших студентов на курсе. И вот среди этих студентов была я. Я очень впечатлен уровнем, в общем. Это действительно мощный скачок, скажем так, с того времени, когда я последний раз приходил на диплом. Это было, по-моему, 2 года назад. И действительно уже такой новый уровень. Мне показалось самым важным то, что люди стали делать более целостные проекты, которые уже сами по себе такой кусочек игры полноценный, с механикой игровой, с освещением, без скидок на то, что это какой-то студенческий проект и сделан в КПХ. Нет, это вполне себе такой кусочек самодостаточного серьезного проекта. Наши выпускники – это специалисты, которые максимально готовы к тому, чтобы выходить в студии. Они знают, как они работают, они знают процесс. Они непосредственно работали с людьми, которые работают в студиях. Вот это очень важно. И в том числе этим мы отличаемся от государственных вузов. В государственном вузе ты выходишь, просто как котенок посередине озера брошенный. Либо выплывешь, либо нет. Обычно все плывут в другую сторону, прямо противоположно от обучения. У нас наоборот, ты выходишь с практикой, с портфолио, с кейсами. И поэтому у тебя процент трудоустроится практически 100%. У меня не было PlayStation, теперь будет. Спасибо большое.